но только во время очередного скандала. Летом прошлого года петербурженка пыталась выгнать с детской площадки детей с аутизмом. Мол, ее ребенок испугался. Как-то сестру Натальи Водяновой с няней выгнали из кафе, чтобы посетители не испугались. Общественность по таким поводам бурлит, но недолго. А вот мы решили без повода поговорить на эту тему. Просто так, потому что неравнодушно. Это вечерний хэштег. Дмитрий Чешков, Дарья Власова. Мы начинаем. Норма определяет содержание. Люди с аутизмом. В каком возрасте современная медицина научилась определять неврологические особенности ребенка? Все, что вы скажете, будет использовано ради вас. Как помочь родителям, узнавшим, что у их ребенка аутизм? Какие программы поддержки существуют? Теория невероятности. Основные мифы и заблуждения об аутизме. Почему общество додумывает небылицы про людей с особенностями развития? Давайте знакомиться с гостями в студии. Наталья Ситова, нейропсихолог, руководитель Центра коррекции аутизма «Новые горизонты», председатель общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской области. Маргарита Суворова, директор региональной благотворительной организации «Откройте мне мир». Ольга Амбарникова, детский психиатр. Ирина Васильева, заведующая Центром инклюзивного образования Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Мария Баскова, мама ребенка с аутизмом. Если кому-то из присутствующих во время нашего эфира у вас возникнут вопросы, звоните 682-147, ждем. Всех приветствуем. Ну, в общем-то, на специализированных платформах много обсуждений по поводу того, что в мире с каждым годом выявляется все больше людей с аутизмом. За последние 10 лет цифра увеличилась в 2 раза, но единого мнения на этот ответ нет. Вопрос гостям. Сколько детей с аутизмом, по вашим ощущениям, в Тюменской области? И как их число меняется с годами? Действительно больше становится настолько аж в 2 раза? Ну вот мы как люди, занимающиеся аутизмом, и как родители детей с аутизмом, я родитель, вот Мария родитель, Наталья ребенок тоже с нарушениями развития. Мы вам очень благодарны за то, что вы поднимаете эту тему, потому что даже есть в году специальный день, 2 апреля, это Всемирный день повышения информированности о проблеме аутизма. Дело в том, что таким детям нужно очень много поддержки, очень много помощи, потому что детей таких очень много, и для этого специально даже делают журналисты отдельный день, и в него в этот день говорят, ну нам мало этого дня, хорошо, что вы сегодня нас позвали. Но число меняется, число, да? Число меняется, нам это, допустим, в России такой подробной статистики нет. Есть американская, которую, ну, мы думаем, что все-таки российские дети, русские, мало чем от англичан, от американцев отличаются, но такие же гены. И, в общем-то, получается, что, наверное, такая же статистика, как у них, должна быть. То есть каждый 54-й ребенок, который рождается сейчас, имеет проблемы вот именно в этой области расстройства аутистического спектра. Угу. Мария, да, можете? У меня тоже есть что добавить. На самом деле сейчас очень много качественных диагностических методик появилось, и именно поэтому очень точное выявление, и поэтому больше выявляемость стало. Лучше, да, значит, выявляемость да. Лучше, безусловно. Мария, вот вы помните тот момент, когда вы узнали, что у вашего ребенка аутизм, и вообще, если сейчас эта методика, у вас сын уже 18 лет, тогда это было сложнее, труднее взаимодействовать с врачами, контактировать с врачами, как это было? Когда мы узнали, когда нам впервые поставили диагноз аутизм, это был обычный плановый прием доктора-невролога. Моему сыну было 1 год 2 месяца. И когда нам поставили такой диагноз, я об этом никогда не слышала. Я вообще не знала, что это такое. И сейчас, конечно, об этом говорят, об этом много пишут. Очень много специалистов, очень хорошая диагностика. Тогда мы не знали ничего этого, тогда никто не давал... Да вы так думаете, что много пишете? Вы в теме просто. Вот мы люди сторонние, возможно. Мы вам говорим, что пишут мало, снимают мало, объясняют достаточно мало. Возможно. Но вам не с первого раза, да, диагноз поставили? Другие специалисты ставили несколько... Иное заключение давали. Но мы, как, наверное, любой человек бы поступил в этой ситуации, да, мы обратились за консультацией к другому специалисту, в другой центр. Другой доктор нам сказал, что это просто... Ну, просто у вас капризный ребенок. Но время шло, мы наблюдали и видели, что симптоматика действительно появлялась, которая характерна именно аутичным детям. Это, ну,
очень долго он не разговаривал, отсутствие речи, стереотипные какие-то увлечения. То есть мы выходили гулять и шли одним маршрутом всегда. Если что-то менялось привычное, была истерика, которую мы не могли прекратить. Это были привязанности к вещам. То есть когда происходила смена времени года или смена температуры, мы не могли его переодеть. Он был привязан к одной и той же вещи. Ну и, собственно, дальше больше. Надо сказать, наверное, о том, что очень сложно установить диагноз, это с одной стороны, а с другой стороны, родители, когда им говорят о том, что у ребенка такой сложный и, по сути, неизлечимый диагноз, они находятся в огромном стрессе от этого. И как любой человек реагирует тем, что они не хотят принимать эту информацию, не хотят ей верить и начинают обходить всех врачей по очереди и пытаться найти того врача, который скажет, что нет, у вас нет аутизма. И они чаще всего его находят, потому что есть врачи, которые жалеют и говорят, может быть и нет. И родитель успокаивается и уходит на какое-то время, потом через год начинает опять свой обход. Часть родителей такая, это есть. Ольга, а вот все-таки аутизм – это болезнь или нет? Потому что если это не болезнь, получается, и лечить не нужно. Потому что многие все-таки специалисты, сколько я читала, изучала, они говорят, что это не болезнь, это просто особенности развития. В настоящее время аутизм представляется как группа разнородных состояний психологического, нарушений психологического развития. Но их объединяет определенные общие признаки. Это нарушение социального взаимодействия, во-первых, потом нарушение общения, контакта и набор стереотипных повторяющихся действий и поведение, да. То есть эти признаки, они во всех ситуациях у человека присутствуют, где бы он ни был. Они всегда рядом с ним. Но интенсивность и степень тяжести разная у каждого ребенка. То есть по степени это может быть больше выражено, например, нарушение социального взаимодействия, а контакт, допустим, речевая идет развитие неплохо. И может быть совсем наоборот. Угу. То есть степень тяжести у всех разная, но обязательно эти три признака присутствуют. Конечно, это развитие, неправильное развитие. Давайте прямо сейчас узнаем о ситуации по России. На связи со студией Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей СРАС Московского государственного психолого-педагогического университета, зампредседателя общественного совета при Минпросвещении РФ. Артур Валерьевич, здравствуйте. Сколько людей в России, по официальным данным, живет с диагнозом аутизм? И насколько официальные данные расходятся с реальными цифрами? Здравствуйте. В настоящий момент именно в системе образования мы владеем именно такими цифрами. В системе образования почти 40 тысяч обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Относительно прогноза, относительно того, все ли дети посчитаны или не все дети посчитаны, вы знаете, сказать очень сложно, потому что статистика мировая, которую нам дает Всемирная организация здравоохранения, она свидетельствует о том, что на каждые 160 детей появляется один ребенок с расстройствами аутистического спектра. По статистике американского центра контроля, статистика еще более, смелая. То есть там порядка одного ребенка с расстройствами аутистического спектра на каждые 50 детей популяции. Но если мы будем говорить о системе образования в России, то здесь статистика примерно на 800 человек один ребенок с расстройствами аутистического спектра. И нам на самом деле сложно оценить, такая же у нас ситуация по распространению РАС, как в других странах, или она несколько отличается. Есть регионы, которые занимаются вопросами постановки диагноза, и вопросами выявления детей с РАС достаточно серьезно. И даже при всем при том, что
достаточно сильно прокачано вот это вот звено первичное, да, в системе здравоохранения, мы видим, что даже в таких регионах, это, безусловно, не все, а только отдельные, мы видим, что все равно нету той частоты, которая встречается в зарубежных странах. А Тюменская область входит в число регионов, где развита система выявления таких детей? Тюменская область как раз входит в число тех регионов, которые вопросом расстройства аутистического спектра занимаются регулярно, систематически. И у нас, как у федерального ресурсного центра, с региональным ресурсным центром, работающим в системе образования, очень хороший контакт. Нам сложнее судить, как работает система здравоохранения в Тюменской области, но относительно образования мы знаем, что здесь есть хорошая координация, хорошая курация и в содружестве с некоммерческими родительскими организациями. Поэтому мы надеемся, что в Тюменской области ситуация обстоит гораздо лучше, чем в ряде целых других регионов. Спасибо, Артур Валерьевич, оставайтесь на связи, мы к вам еще обратимся. Ольга, смотрите, вот Маргарита уже говорила, что не все родители признают и не все родители хотят признавать и водят по разным врачам. Чем это чревато для ребенка и может ли это как-то в дальнейшем отразиться на его здоровье? То есть вот стадия принятия не приходит, да, и несколько лет родитель, так скажем, целенаправленно не занимается именно адаптацией ребенка, социализацией ребенка, помощью ребенка. Может как-то? Да, вот как раз, конечно, это сообщение. И когда родитель узнает о таком диагнозе, это травмирующая, да, ситуация. И вообще выделяют несколько стадий принятия этого диагноза вообще ребенка, ну, и что он с отклонениями. То есть это и отрицание, это гнев, это депрессия, и потом принятие. Так вот, если, да, если родитель останется на какой-то первой, допустим, стадии отрицания, и он скажет, нет, это вообще, этого нет, и быть не может, и это не со мной, то и она затянется на год, два, там, естественно, ребенок в это время растет, не получает никакой... Если у ведущих сейчас спросить, вот они посторонние люди в нашей теме, вот как они думают тогда, с кем надо работать, когда ребенок маленький? Да. С родителями, наверное. Ну, наверное. В первую очередь, да, родителями, да. В том и дело. Да, очень нужна им помощь, потому что вот как раз преодолеть вот эти стадии побыстрее и прийти к конструктивному осознанию и решению уже проблемы и начинать уже, да, я буду работать, я буду делать все, что вы мне скажете, я буду выполнять. Угу. Наталья, вот если диагноз поставлен, стадию принятия мы уже прошли, что дальше делать родителям? Как организована их поддержка? То есть какая-то, может, маршрутная карта, вот вы идете туда, занимаетесь там-то, тем-то. Ну вот в первую очередь, да, значит, они пришли в систему здравоохранения, и им поставлен какой-то диагноз. Они могут обратиться в различные консультационно-методические пункты. При каждом детском садике города есть такой пункт, причем туда могут обратиться родители независимо от их прописки. Они могут... получить там необходимые какие-то консультации и даже развивающие занятия для их детей. Самое главное, чтобы этот ребенок не посещал никакой детский сад. То есть возраст ребенка может быть год, полтора, если родители уже видят какие-то особенности, и им даже еще не поставлен диагноз, они уже могут обратиться в этот КМП при детском саду. Что касается социального развития. В центре реабилитации инвалидов есть различные курсовые реабилитации для детей с аутизмом, для детей с различными другими нарушениями. Кроме этого, центр «Надежда», в семье тоже можно получить помощь. То есть в разных организациях у родителей достаточно широкий выбор. В зависимости не остаются брошенными. Да, не остаются брошенными. Только есть один нюанс. Не все родители знают о том, где они могут получить помощь. Но ее достаточно много в настоящий момент. Мария, вот тогда вопрос к вам. Понятно, что когда ребенок появляется в семье, он, в принципе, меняет жизнь отца, матери, потому что, ну, как бы уже совсем другой образ. Когда особенно ребенок появляется, нужно тоже совершенно менять. Вы помните, насколько сильно вы изменились? Вот та Мария, которая 18 лет назад, потом появился сын, потом год и два месяца прошло. Что, как пережить родителю эти самые преобразования? Ну, сейчас очень хорошо сказали про вот эти стадии, да, наверное, каждый родитель с этим столкнулся, просто временной промежуток у всех был разный. Я очень долго застревала в стадии, почему со мной такое произошло, и когда, наверное,
я перестала задавать себе этот вопрос, потому что я видела, что мой ребенок растет, и если я сейчас не начну ему помогать, то потом будет просто поздно. И, собственно, чем быстрее на самом деле родитель примет это и начнет оказывать какую-то поддержку, помощь своему ребенку, тем, ну, результат будет совершенно другим, если этого не делать вовремя. И по поводу того, что меняется уклад вообще всей семьи. То есть, когда появляется особенный ребенок в семье, конечно, меняешься ты, меняются те, кто рядом. Вся жизнь становится сконцентрирована вокруг ребенка. Но тут тоже хочется сказать, что родитель-то ведь он остается родителем, да, мы оказываем поддержку, но и про себя тоже нельзя забывать. То есть никакой родитель не окажет поддержки своему ребенку, если он будет вымотан, несчастен и не будет получать там отдыха, элементарного общения со своими друзьями и так далее. В этом плане сейчас намного, мне кажется, все проще. Вот благодаря тому, что появилась родительская организация, если, например, раньше ты сам где-то все там пытался выяснить, да, то сейчас можно обратиться, есть эти чаты родительские, да, поделятся опытом, направят, и ну, намного все проще. Ирина Александровна, вот вы, ваш специалист, работаете уже со взрослыми ребятами. Как выстраиваете коммуникацию? Насколько это сложно? Ну вот буквально, да, сейчас мы видели сюжет по поводу, насколько увеличилось число таких обучающихся в профессионально-образовательных организациях. И если сравнивать 2016 год, наверное, когда впервые они к нам пришли, то сегодня вообще количество лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья возросло в 5 раз. И вот если, да, вот сейчас нам сказали, Тюменская область молодцы, и у нас есть четкая цифра, у нас нет абсолютно четкой цифры, потому что некоторые студенты, которые пришли, у них нет именно этого диагноза с медицинской точки зрения. То есть это может быть со слов мамы, со слов бабушки. И да, у нас есть эта категория, и если, например, вот на сегодняшний день у нас в регионе области обучается 1197 таких студентов, но из них 834 человека как раз с ограниченными возможностями здоровья. И знаете, конечно, педагогическое сообщество, оно вместе с ними познает уже новые методики и формы. Как раз для этого у нас с 2016 года есть такая, была организована базовая профессионально-образовательная организация по обучению и сопровождению обучающихся в профессиональных образовательных организациях лиц с инвалидностью и ОВЗ. И в 2018 году у нас образовался ресурсно-учебно-методический центр, также который сопровождает именно педагогов в части методической поддержки, в части консультационной. Мы проводим постоянно, вот Маргарита Анатольевна не даст обмануть, да, что у нас постоянные встречи, стажировочные площадки, конференции. В этом году 340 человек именно из числа педагогов прошли курсы повышения квалификации именно по инклюзивному профессиональному образованию. И как уже сегодня, да, вот все присутствующие говорят о том, что да, педагог должен найти иные подходы, то есть это обязательно должен быть адаптированный материал. Вот как раз сейчас мы перед эфиром с Марией немножечко переговорили, как раз сейчас наши дети ушли на дистанционное обучение. Насколько педагог способен объяснить тот же сложный материал, например, да, по экономике, но он должен простым настолько языком, ну, очень просто объяснить этот материал, чтобы ребенок с того уже экрана понял эту тему. Конечно, это обязательное повторение, ежедневное повторение. Ну и как мы уже говорили, что да, у нас педагоги этому учатся. Но еще, может быть, забегая вперед, да, хочу похвастаться о том, что с 2018 года в штате вот конкретно нашего колледжа введена такая должность, как тьютор. Ну, мы об этом обязательно чуть позже поговорим. Но сейчас ненадолго прервемся. Сегодня вечерний хэштег посвящен аутизму. Не переключайтесь. Инклюзивные материалы. Какие программы наиболее действенны для работы с детьми с аутизмом и насколько сложно их социально адаптировать? Спорт без границ. Какие физические упражнения влияют на детей с аутизмом?
окна третьего этажа дома выпал полуторагодовалый ребенок. Сегодня в интернете появилось видео, на котором видно, как спасатели осторожно снимают ребенка с козырька магазина, находящегося под окном. Главные итоги информационной недели в одном выпуске. Уходящая неделя с самого начала кое в чем, можно сказать, не задалась. Или, наоборот, задалась, тут смотря с какой стороны посмотреть. События глазами очевидцев. Выводы и прогнозы от ведущих экспертов. Это вечерний хэштег «Главное» минувшие 7 дней в цифрах, фактах и комментариях. Смотрите итоговую программу «Вечерний хэштег «Главное» на телеканале «Тюменское время» по воскресеньям в 20:30. Часа в сутки, 7 дней в неделю. Весь телеэфир тюменского времени в вашем гаджете. Прямые трансляции, свежие новости, программа телепередач и обратная связь. Качайте мобильное приложение «Тюменское время» в App Store и Google Play. Будьте в курсе событий Тюмени и области. В эфире вечерний хэштег. Дарья Власова, Дмитрий Чашков. Тема программы «Люди с аутизмом». Почему их боятся и могут ли они на самом деле представлять реальную опасность обществу? Да и в общем, как социализировать ребенка среди тех, кто себя считает нормальным? Если есть вопросы, звоните 682-147. Мария, ну вот куда вы обращались, когда узнали об этом диагнозе на протяжении вот этих всех лет? И какую помощь вам оказывали вообще, в принципе? Мы обращались везде, где только... была какая-либо помощь. 18 лет назад много было организаций? Немного. Угу. Немного. Мы ежегодно проходили курсы в реабилитационном центре «Семья». О, «Семья», извините, «Надежда». Даже, наверное, 2 раза в год. Посещали реабилитационный центр «Родник», посещали коммерческие различные заведения, центр «Софья», дефектологи, логопеды, психологи. 9 раз мы ездили на дельфинотерапию. Мы не знали, от чего будет как у вас результат. Как хватило? Я не работала. А, вам пришлось? Пришлось, да. Школу мы посещали тоже, естественно, в сопровождении, потому что в то время не было тьюторской поддержки. То есть, если ты хочешь социализировать своего ребенка, то ну, желательно, чтобы он был в социуме. Поскольку он не справляется без поддержки взрослого, он не высиживает уроки, он устает, он не понимает с первого раза обращенную речь. То есть нужно было, во-первых, адаптировать его к классу, к школе. Здесь у нас такую функцию выполнял дедушка. Присутствовал постоянно. Присутствовал на уроках, да. Нам пришлось оформить домашнее обучение, потому что мы не могли высиживать весь день. Частично мы обучались на дому, частично с поддержкой дедушки. Впоследствии я уволилась и уже в другой школе присутствовала на уроках. Теперь, конечно, намного все проще. Есть тьюторы, которые выполняют эту функцию uh-huh. родителя. Uh-huh. Uh-huh. Натали, Маргарита, вот у вас есть проекты «Ранняя помощь детям и семьям». Сейчас проще? Вот то, что Маша рассказывала, да, 18 лет назад. Сейчас проще? Получилось и в чем заключается... так, что мы с Машей познакомились в 2010 году, в 2010 году, когда вот собралась наша родительская организация «Открой мне мир», и мы начали вместе встречаться, обращаться в органы власти, инициировать изменения для наших детей. Дошли до маршрутизации РАС, так называемой, и появилась маршрутизация РАС. РАС — это расстройство аутистического спектра, кто не знает, когда ребенок попадает
попадает в одни руки, и там его уже распределяют. Оно до сих пор работает, это Герцена 74. Вот. И сейчас уже на законодательном уровне появилось понятие «ранняя помощь», сейчас концепция ранней помощи появилась, и стандарт оказания ранней помощи в этом году будет подписан и начнет работать. И не будет такого, что вот родитель пришел, и он не знает, и как быть, и надо и с ним работать, и с ребенком, а там конкретно в этом стандарте все прописано, что ранняя помощь, сначала работа с мамой, объяснять маме, заниматься с мамой, потом занятия с ребенком, как научить маму заниматься с ребенком, чтобы она это делала круглые сутки, потому что именно мама общается с ребенком круглые сутки, а на занятия можно привести 3 раза в неделю на 30 минут, это получается 1,5 часа, а 24 часа ребенок находится с мамой. Поэтому стандарт оказания ранней помощи, он очень такой четкий, и мы вот в своем центре его постоянно производим, воспроизводим. Но в государственных учреждениях это, конечно, делать сложнее. И сейчас вот там происходит становление тоже и в государственном учреждении для того, чтобы каждый человек, который вот узнал о том, что да, вот у него есть ребенок, у него, возможно, будет нарушение развития, и он до 3 лет смог бы обратиться и получить эту помощь бесплатно. Мне вот одного непонятно, как будто вот еще 12 лет назад аутизма не существовало, или все закрывали глаза, или не понимали, что и тут откуда ни возьмется. Это все родители, да, правильно я понимаю? То есть да, вы до этого, как у вас появился ребенок, занимались своим делом, но поняли, столкнувшись с ситуацией, что надо срочно что-то менять, да? Да, вы знаете, когда моей дочери поставили диагноз, к сожалению, да, никто не знал, как работать с такими детьми, что с ними делать, как с ними установить контакт. Это было 10 лет назад. То есть я уже позже, у меня младшая дочь. Но благодаря, опять-таки, своей дочери я стала изучать эту тему, я пошла учиться, мы открыли с мужем центр, и сейчас в нем как раз оказываем помощь и другим детям в том числе. То есть наша дочь стала для нас таким своеобразным двигателем. Жизнь, безусловно, изменилась в другую сторону, что у меня, что у мужа, да, но она сейчас, несмотря на то, что она вся вокруг Маши, но при всем при этом мы можем и оказывать помощь другим детям в том числе. Самое интересное, что ваша дочь стала двигателем не только для вас, но и для других детей, и это очень хорошо. Да. Сейчас по телевизору как раз показывают Максима, я хочу сказать. Многие родители детей с аутизмом хорошо знакомы с Тюменской коррекционно-развивающей особенной школой. Сокращенно называется «Крош». Как заяц в мультике про смешариков. Этот проект в конце 2020 года вошел в тройку лучших социальных проектов региона. Подробнее об этом поговорим с Аленой Григоренко, руководителем коррекционно-развивающего центра «Софья». Она сейчас на связи со студией. Ален, здравствуйте. Как сейчас работает ваш проект «Крош»? Какие методики входят в вашу систему обучения? Что можете рассказать? Одна из особенностей нашей программы – это учебный план. Дети получают в школе «Крош» все общеобразовательные дисциплины, вплоть до хореографии, английского языка, музыки и занятий психолога. Мы работаем по классической системе коррекционного обучения, но при этом все учебные материалы мы адаптируем под знания детей. Для класса СИПР, индивидуальная программа развития, мы разработали собственные учебники по математике. И еще хочется сказать, что физкультура в нашей школе у нас тоже особенная. Это адаптивная физкультура с персональным тренером, которая проводится длительностью от 60 минут до 2-3 часов. Ну и кроме того, в этом году мы добавили еще бассейн. У нас 4 класса – нулевой, первый, второй, третий – для самого разного возраста. Самые взрослые – это девочка 14 лет в первом классе и 15-летний мальчик в третьем классе. То есть в одном классе могут быть дети 7 и 14 лет, потому что их зона ближайшего развития одинаковая. У каждого особенного ученика, который ходит к нам в Крош, есть свой индивидуальный помощник, который знает все особенности своего воспитанника, любит, понимает его. В сентябре мы добавили еще продленку, на которой дети отдыхают и делают уроки. С февраля мы добавляем развозку детей в школу и домой. Ну и уже несколько лет мы, к сожалению, безуспешно пытаемся найти здание для того, чтобы наша школа была полноценной со средним и старшим звеном и лицензией для получения аттестатов. Можно ли научить окружающих воспринимать особенных не больными, а людьми, которые нуждаются в дополнительных условиях? Можно. Я в это, конечно, верю. Но в нашем слаботолерантном обществе, к сожалению, это будет происходить долго. Несколько раз я лично организовывала в конторе пароходства бесплатные встречи на тему «Особый ребенок в обществе».
Если честно, приходило человек 10. И то в основном это были наши сотрудники или помощники. Люди не хотят видеть и слышать о таких детях. И на это, ну, у каждого своя причина, конечно. Но мы пытаемся и будем продолжать это делать. Мы часто ходим с детьми на прогулки, по лесу, на теплоходе, в библиотеке. Люди обращают на нас внимание и все чаще с пониманием и уважением, что радует. Но практически каждый раз мы встречаем кого-то, кто возмущается нашим присутствием. Но еще один наш девиз – это «пессимист видит проблемы, а оптимист – возможности». Я оптимист, и поэтому я верю, что общество увидит особенных детей и начнет их понимать. Алена, спасибо. На связи со студией была Алена Григоренко, руководитель коррекционно-развивающего центра «София». Знаете, честно, не понимаю. Я как-то в ТикТоке наткнулся на одну маму. У нее трое детей. Два мальчика обычных и один мальчик с аутизмом. И те комментарии, которые она выставляет затем в других видео, мне вообще непонятно. У нас насколько люди... Вот, Ирина Александровна, да, я понимаю, что у нас мамы все к этому готовы. Вы в себе, в любом случае, я не думаю, что там у вас получалось как-то пересекаться с людьми с аутизмом, да. Вы в себе потом через какое-то время открытие сделали, что... А на самом деле-то ведь все совершенно по-другому. И долго ли даже взрослому человеку дойти до этого и не бояться? Там пишут, что он нападет на детей. И страшные вещи вот в этих социальных сетях. Мама вот через социальные сети пытается доказать... Посмотрите, начните по-другому все это дело воспринимать. Ну вот знаете, мы вот как есть такая фраза, еще неизвестно, кому, кто больше кому нужен. Они нам или мы им. И уже вот сейчас мы видим, как, насколько меняется педагогический коллектив при работе с такими ребятами. То есть появляются какие-то... Вот мы даже, если сначала было какие-то, да, типа, ну, непробиваемые, как мы, да, говорили, там, особенно уже там, кто стажисты, что я не буду, я не могу объяснить, он не понимает, сколько раз говорить, то по прошествии уже вот такого времени, да, мы видим, насколько меняются наши педагоги, насколько uh-huh. меняемся мы. И вот мне очень, вот я уже, наверное, сегодня сказала, с коллегами разговаривали, да, что вот наши студенты, вот у нас, как мы говорим, нетипичные студенты, да, и, ну, как бы нет такой фразы «здоровый студент», нет. Но вот наши студенты очень часто являются волонтерами и участниками мероприятий, когда у нас все равны, и когда mm-hmm. участвуют здесь все ребята различных нозологических групп, наши студенты не замечают какой-то нозологии. То есть они, и даже, я даже сама преподаватель, я, работая с девочкой-колясочницей, всегда говорила: «Полина, побежали, пойдем». То есть ты, вот ломаются эти границы. Это нормальная история. Это я вот абсолютно... вспоминаю свое вожатство, когда ты с детьми где-то в смене находишься, вожатые забывали, говорят: «Во, побежали, ребят, а, да, нет, вот, все». И они абсолютно нормально воспринимаются. Это проблема в наших мозгах, наверное, в первую очередь. Знаете, еще хочу добавить такой момент. То есть почему люди так плохо реагируют обычно на детей с аутизмом? Потому что те ведут себя не так, как все. Угу. То есть это... Простите меня, не так, как все ведет себя отец, который пьет пиво на улице, безусловно, рядом с ребенком, матерится и это может еще подзатыльник своей жене ответить. Вот для меня это не норма. Когда ребенок ведет себя с родителями гуляет, это вот норма, мне кажется. Здесь важный нюанс в том, что мы испытываем страх перед тем, что не похоже на нас. То есть если сейчас кто-то из нас сейчас громко закричит, начнет махать руками, все остальные будут испытывать страх, что случилось. И поэтому как раз если вот такой взрослый ребенок в магазине или где-то в общественном месте начинает размахивать руками, громко кричит, да, то, как правило, люди реагируют отрицательно, потому что они не понимают, они боятся этого. Но чаще всего страдают только те дети, у которых есть нарушение развития, а не те дети, которые боятся, ну, что их родители, что их пострадают. Потому что незащищенный именно вот этот ребенок, который с нарушением развития. Ну вот вообще, что касается таких детей, Наталья, вот вы же работаете комплексно с детьми, которые имеют диагноз аутизм. Что обычно сложнее? Вот научить выражать свои мысли таким ребятам, каким-то бытовым навыкам, игровому процессу? Или вот нельзя разделять, и это все вместе, над этим надо работать, только в комплексе? Мы работаем в комплексе, но обучение бытовым навыкам, оно, безусловно, проще. Почему? Давайте приведу пример. Когда вы ночью идете на кухню пить воду, вы четко знаете, на какой высоте у вас есть выключатель. То есть у вас уже автоматизировался навык, вам не нужно думать, что руку нужно поднять на 20 сантиметров выше моей талии и так далее, чтобы щелкнуть по выключателю. Вот. А что касается вот именно бытовых навыков, то есть мыть руки, надевать на себя одежду, принимать, кушать ложкой, черпать ложкой, это все автоматизировано, это все легко.
легко обучается. А что касается навыков диалоговой речи, то есть ответы на вопросы, это уже гораздо сложнее. К сожалению, не у всех детей есть и просто даже обычное понимание обращенной речи. А есть дети, у которых присутствует эхолалия, и когда вы им скажете «как тебя зовут», в ответ вы услышите «как тебя зовут». Вы не услышите имя, к сожалению. Вот. И есть разные нарушения, поэтому обучение именно мыслительной деятельности, ответом на вопросы, диалоговой речи – это самое сложное. Но у кого-то получается. Но, Маргарита, у вас же учебно-тренировочная квартира, да? У нас не только учебная. Вот у нас как раз ступенчатая такая система выстроена, которая называется... Ну, нам нравится это название, других оно, может быть, шокирует, от колыбели до могилы. Мы стараемся выстроить таким... Мария смеется. Ну, не знаю. Ну, мне нравится почему-то. Кто-то называет это цинизмом, только умный человек может позволить себе... Это очень красноречиво, мне кажется, потому что вот родился ребенок, ему нужна ранняя помощь, у нас есть отделение ранней помощи. После этого ребенку требуется другие услуги. У нас есть для подростков учебно-тренировочная квартира по тренировке социально-бытовых навыков. И дальше это уже такой трамплин в более взрослую жизнь. Это мастерские для взрослых 18+. И дальше мы планируем сопровождаемое проживание. Это мы еще пока не делали, но мы обязательно будем делать услугу сопровождаемого проживания. А что касается учебно-тренировочных квартир, такая тренировочная квартира еще есть в Успенке. Там в есть еще, даже? Да, в Успенском детском доме-интернате. Mm-hmm. Там есть тренировочные комнаты, в которых я сегодня консультировалась, в которых есть уже обучение разным навыкам, например, прачечная, да, или, допустим, кухня, где они также готовят еду. Поэтому сейчас у нас... Это, мне очень нравится, что мы развиваемся, город развивается, то есть в части как раз помощи детям с аутизмом. Ольга, вот есть такое мнение, что если аутизм диагностирован рано и начать работать с ребенком, заниматься, то, в принципе, к школьному периоду можно как-то нивелировать эти признаки и симптомы. Это действительно так или все-таки это миф? Потому что, как уже понимаем, аутизм все-таки это особое состояние, а не заболевание, которое можно вылечить. Ну вот в связи с тем, что это разнородная группа, и дети очень разные, а сейчас мы видим, что действительно их становится больше, еще больше, и мы видим и большую разницу у детей. То есть если сохранный интеллект, и даже коммуникация особо не страдает, только вот социальное взаимодействие, каких-то нюансов ребенок не понимает, и может быть это и на всю жизнь. Но когда его обучают с раннего возраста, его каждому шагу научают, то есть каждый шаг проговаривается. Когда ребенку обычному он это в обществе сам усваивает, ему не нужно этому учить, то тут надо постоянно его этому учить. И, конечно, если ребенок вот с такими данными, то, в принципе, сейчас уже и вот я на конференциях американцев слушаю, они говорят, что да, раньше говорили, аутизм неизлечим, а сейчас уже поднимается такой вопрос, да, аутизм излечим, ну, то есть... Все зависит от конкретного, от индивидуального случая. Насколько тяжелая ситуация? Сейчас вообще одни некоторые исследователи говорят, каждый аутичный ребенок, он разный, все разное у него. Поэтому да, иногда бывает, что к 8 годам нивелируется. Но может быть это не совсем так точно, но для окружающих они могут это и не видеть особенностей. В конце концов, есть много случаев, когда и голливудские актеры с поставленным диагнозом аутизма, они продолжают работать и сниматься в кино. Ну, это легкий, да? Это ты в себе можешь найти, я в себе говорит наш учитель Сергей Алексеевич Морозов, у каждого свой вариант адаптации психики, который происходит в процессе жизни. Вот он родился, что-то с ним произошло, когда он родился, и вот такой вариант адаптации психики мы видим у этого человека во взрослом возрасте. Что мы для этого сделали, как его реабилитировали, как адаптировали, как занимались, какие были родители. Вот такой он и вырос. Ну вот согласно последним исследованиям, проведенным в США, почти у 87% детей с аутизмом есть те или иные двигательные нарушения. Поэтому спорт – одна из важных составляющих для здоровья ребенка. Какие виды активности наиболее благотворно влияют на развитие? Об этом поговорим с Ксенией Пономаревой, старшим тренером-преподавателем Центра спортивной реабилитации «Оптимист». Она с нами на связи. Ксения, здравствуйте. Как физические упражнения влияют на детей с аутизмом? Какие проблемы решает адаптивная физкультура? Здравствуйте.
У детей с аутизмом практически всегда есть проблемы с общей моторикой, координацией движения, равновесием, концентрацией внимания, усидчивостью и самоконтролем. В процессе занятий отрабатываются все слабые стороны ребенка, вырабатывается привычка заниматься физической культурой, что способствует развитию физических качеств. Агрессивные дети, дети в пубертатном периоде, дети с гиподинамией нуждаются в занятиях физической культуры. Это способствует снятию психоэмоционального напряжения прежде всего. А как именно в плане спорта развивать особых детей? У вас есть какая-то особая система, методика? Да, особая система. В 2018 году был открыт центр «Оптимист» и приглашен турецкий специалист по адаптивной физкультуре, мировой лидер Эрдал Атеш. Он привез нам совершенно другой подход, систему тренировок. Мы много чему научились. В течение года мы с ним сотрудничали, плодотворно трудились, обучались. Теперь мы к любому ребенку можем найти подход. Мы обучили многих детей таким сложным навыкам, как катанию на велосипеде, на ролике. Некоторые даже на самокате не умели кататься. В марте 2021 года мы разработали проект «Плаваем и ныряем», благодаря которому дети получили возможность владеть таким серьезным жизненно необходимым навыком, как плавание. В настоящее время разрабатывается программа проведения тренировок в легкоатлетическом манеже для того, чтобы наши дети смогли подготовиться к сдаче норм ГТО. Мы каждому ребенку подбираем индивидуальную программу, выявляем сильные, слабые черты и стараемся вывести спортивно одаренных детей. То есть есть такие дети, которые будут подготовлены к сдаче норм ГТО. И в дальнейшем, я думаю, мы будем пробовать проводить соревнования сначала, наверное, внутри нашего центра. По возможности дальше мы планируем, то есть провести более массовые соревнования с привлечением детей из других городов. Может быть, это будет Тюменская область. Спасибо большое, Ксения. Ну, а сейчас, да, ненадолго прервемся. Напоминаем, что вы также можете присоединиться к нашей беседе. Звоните по телефону прямого эфира 682-147. И вот о чем пойдет речь далее. Тень знаний. Готовы ли общеобразовательные учреждения учить детей с особенностями? Какие условия нужны для школьников с аутизмом? Какие наши квоты? Легко ли человеку с инвалидностью трудоустроиться? Что должно предпринять государство, чтобы доступной стала не только среда, но и работа? Дома выпал полуторагодовалый ребенок. Сегодня в интернете появилось видео, на котором видно, как спасатели осторожно снимают ребенка с козырька магазина, находящегося под окном. Главные итоги информационной недели в одном выпуске. Уходящая неделя с самого начала кое в чем, можно сказать, не задалась. Или, наоборот, задалась, тут смотря с какой стороны посмотреть. События глазами очевидцев. Выводы и прогнозы от ведущих экспертов. Это вечерний хэштег «Главное». Минувшие 7 дней в цифрах, фактах и комментариях. Смотрите итоговую программу «Вечерний хэштег «Главное» на телеканале «Тюменское время» по воскресеньям в 20:30. Часа в сутки, 7 дней в неделю. Весь телеэфир тюменского времени в вашем гаджете. Прямые трансляции, свежие новости, программы телепередач и обратная связь. Качайте мобильное приложение «Тюменское время» в App Store и Google Play. Будьте в курсе событий Тюмени и области.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал в 2020 году новую статистику. Расстройства аутического спектра встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по статистике 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в 3 раза чаще, чем у девочек. Это вечерний хэштег. Мы продолжаем. Напоминаем, что присоединиться к этой теме, задать свои вопросы вы можете по телефону прямого эфира 682-147. Ольга, ну вот мы остановились практически на социализации. Как вы считаете, общение с обычными детьми, вот которые там на улице, и мы говорили в том числе и про совместные какие-то занятия, еще что-то, помогают детям с аутизмом или лучше их на какое-то время оградить? Ну вот опять вопрос упирается в разного рода детей. Вот на моем, например, опыте были и такие дети, которые ходили в коррекционный детский сад, а потом по каким-то причинам пришлось родителям перевести их в обычный. И у них очень быстро пошла динамика речевого развития. И, ну, конечно, ребенок уже был подготовленный. Не совсем вот он просто пошел в такую большую группу, да, детей. Конечно, многих детей пугает шум, они не переносят вот эту беготню вообще, когда до них дотрагиваются дети, что-то там от них хотят. Поэтому, конечно, лучше, чтобы они занимались... Индивидуальный подход во всем нужен. В индивидуальном, да. И было меньше детей, и чтобы педагоги к ним больше внимания обратили и занимались с ними ежедневно. Даже брали их там постоянно на занятия. Конечно, тогда эффект мы видим лучше. Но, да, бывают и такие случаи, когда уже или он уже подготовлен, что его можно, да, инклюзию эту провести, либо, значит, может быть такой склад характера, который не боится, и ему даже лучше вот в обществе обычных детей. Угу. Наталья, а вот какова вообще роль педагога и тьютера в образовании детей? И достаточно ли сейчас у нас таких специалистов, которые могут работать с особенными ребятами? Таких специалистов всегда будет не хватать. На сегодняшний момент, конечно, не хватает и тьюторов, не хватает и владеющих правильной информацией учителей, дефектологов, да, то есть, к сожалению, пока... Дефицит кадров есть. Дефицит, да, но мы работаем над этим, и я провожу обучение, и у Маргариты в центре тоже есть обучение. Надо сказать, поэтому... что мы же в качестве инициативной группы сделали коэффициенты, инициировали, чтобы наше государство, наша Тюменская область отдельно сделала коэффициенты для детей с аутизмом. Это, по-моему, 23 сейчас. То есть как за 23 детьми столько же денег приходит за каждым ребенком с аутизмом. Это деньги как раз на тьютора, на ассистента, на дефектолога, на психолога, на все меры поддержки, которые у него есть в заключении ПМПК. И вот здесь вот в системе образования мы слышали, я слышала, вы, наверное, не обратили внимания, но когда ребенок переходит из школы в профобразование, то есть раз, и он пришел к ним, и как, ну, они говорят, а у него есть какое-то нарушение, мы не знаем. Ну как вот, пришел из образования в образование, он должен прийти с каким-то заключением, где прописаны вот эти меры поддержки. То есть у нас дети измеряются не тем, какой у него диагноз конкретно и какая степень заболевания, мы мерами поддержки, что ему нужно для того, чтобы находиться с нами рядом. Сколько педагогов, сколько психологов, сколько тьюторов, что, какая программа образовательная. Этим занимается у нас ПМПК. Но ПМПК до 18 лет. Но наш ведь колледж сейчас с ними работает для того, чтобы 18+, они тоже... То есть вот это такой процесс, который сейчас очень активно идет. И мы этому рады. Бесконечный, да. Сейчас давайте вновь свяжемся с нашим экспертом из Москвы, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей СРАС Московского государственного психолого-педагогического университета, заместитель председателя общественного совета при Минпросвещении РФ Артур Хаустов на связи со студией. Артур Валерьевич, вот если говорить об образовании, ресурсная группа и класс считаются одной из наиболее эффективных моделей обучения для детей СРАС. Правильно ли я говорю и в чем суть таких классов? Многие вообще эту модель, ее воспринимают не совсем правильно. Вот если вы возьмете, проведете большой соцопрос, да, что же такое ресурсные классы?
то очень большое число, да, и специалистов, и родителей вам скажут, ну, это вот класс, где занимаются дети с расстройствами аутистического спектра. В действительности это совершенно не так. Вот мы в данном случае говорим не о каком-то отдельном классе, упакованном с детьми с расстройствами аутистического спектра, а мы говорим об инклюзивной модели, в которой дети приходят в обычную школу, и они зачисляются в самый обычный класс. Это могут быть дети с аутизмом, или это могут быть дети даже с другими нарушениями развития. И ресурсный класс – это не отдельный класс для детей с аутизмом, а это некоторая зона, это такая большая комната или объединенные пространства, разные пространства, в которые дети ходят в индивидуальном в большей степени режиме, да, получать те компетенции, которые они не получили вместе с классом. Ну, вот часть программы они могут брать вместе со всеми детьми, а часть программы они могут осваивать только при мощной индивидуальной поддержке, ну, например, тьютора. Сейчас в колледжах и вузах будущим педагогам рассказывают об аутизме, о том, как работать с такими детьми. Вообще в плане подготовки преподавателей, воспитателей что-то меняется у нас в стране? Да, безусловно, меняется. И если, скажем, лет 10 назад специалисты, которые приходили к нам в центр на курсы повышения квалификации, вообще об аутизме слышали впервые, то сейчас ситуация очень серьезно изменилась. Но ситуация очень разная. И если мы говорим о, например, профильных специальностях, таких и направлениях подготовки, психолого-педагогические, дефектологические, то в продвинутых вузах по всей России эта история, она продвигается. Но речь идет именно о специализированных направлениях. Когда же мы говорим о детях, о обучении специалистов широкого профиля, ну, например, готовится учитель начальной школы, там, конечно же, ситуация другая. И в подготовке широкого профиля педагогов нету, к сожалению, такого акцента на расстройство аутистического спектра. В результате специалисты общеобразовательных организаций, они становятся не подготовленными. Артур Валерьевич, спасибо большое за то, что были сегодня с нами на эфире. Да, напомню, что на связи был Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС Московского государственного психолого-педагогического университета. Ну вот Маргарита говорила, что ребенка нужно, вот ты его с детского сада ведешь, родители же тоже придется, наверное, вести, да? Вот к Маше вопрос, к Марии. Смотрите, вы взрослеете, ребенок взрослеет. С годами страхи какие-то меняются, ожидания меняются. Что происходит с родителем в этот момент? Ну, конечно, пока мы ведем ребенка, да, в самом начале, то есть от садика до школы, все ясно и понятно. Затем среднее специальное образование, нам повезло, мы попали как раз-таки в колледж, где есть поддержка, где есть тьюторская поддержка. Сейчас мы посещаем производственные мастерские фонда «Открой мне мир», и все это закончится у нас в мае. Основной мой страх – такой кратковременный пока еще, да, который можно как-то решить, я не знаю пока как, что будет дальше. То есть со следующего года этот ребенок полностью будет лишен социума, он просто будет сидеть дома, пока я на работе. Все. Вот это его ближайшее будущее. Но, конечно, самый главный страх любого родителя с таким ребенком, который абсолютно не самостоятелен в обществе, это что будет, когда не станет родителя, когда не станет этой опоры и поддержки. Вот это вот самый главный страх, я говорю, у меня мурашки, потому что это действительно, ну, проблема, на которую, ну, как бы вопрос, на который нет ответа сейчас. Часто приходится в себе это проживать, да? Наверняка и обсуждать с другими родителями, потому что этот вопрос, конечно, вот сейчас цинично спрашивают. Ну, обсуждать с родителями, наверное, бессмысленно. Ну, все понимают, да, и как-то внутри себя это все переживают. Да. Ну вот, Маргарита, у вас же есть мастерские производственные, это ваш проект, и в частности вы помогаете там ребятам получить те или иные профессии, какие-то навыки получить дополнительные. Какие сейчас направления есть и будут ли они расширяться в будущем для того, чтобы, может быть, потом ребенок мог как-то самостоятельно жить, существовать, то есть...
Вот мы сейчас только, да, первый год мы выстроили вот эту ступеньку от учебной квартиры к мастерским. Когда 18 лет ребенку исполняется, он становится взрослым, он приходит к нам в мастерские. Это дети с наиболее сложными нарушениями развития, которые не смогли устроиться на нормальную работу по каким-то причинам, по своим внутренним. Не получилось у них никак. То есть это может быть любой возраст после 18 лет. У нас две пока мастерские. Это гидропоника, выращивание микрозелени, и кулинарная мастерская. Ребята что-то кулинарное готовят. Сейчас вот они, допустим, пельмени великолепно делают. И нас расхватывают все родственники, знакомые. В основном сейчас по ним расходятся, потому что все равно много так не смогут сделать, чтобы прям вот куда-то идти и продавать. Ну, то есть это, в принципе, востребовано. А микрозелень мы все едим и с огромным удовольствием. И у нас уже наши крупные рестораторы уже согласны ее принимать. И... Дошло до риса. В Москве это микрозелень везде, ну, на каждом блюде. Лишь бы мы смогли, понимаете, вырастить столько, сколько нужно. Потому что мы стараемся. Вот сейчас это большая нагрузка. То есть это мы какое-то такое делаем, предприятие большое. Это неплохо. Предприниматели, имейте в виду, да. Ирина Александровна, все-таки какие профессии можно освоить ребенку с аутизмом, человеку с аутизмом? Есть ли вот какой-то список и вот дальше никуда за него? Ну вот Тюменская область с 2014 года является, наверное, таким новатором, когда организовали в профессионально-образовательных организациях такие программы социально-профессиональной адаптации. То есть как раз вообще спектр этой наполненной группы, да, меняется ежегодно в зависимости от запросов конкретно нашего рынка труда, регионального. И, например, сегодня ребенок с тем же ментальным нарушением может в течение 2 лет, вот, да, вот когда, как Максим у нас обучается, может получить несколько профессий. Например, пекарь, повар, тестовод. Или, например, комплектовщик товаров, выжигальщик по дереву, оформитель табло винеток и альбомов. И в течение 2 лет они обучаются этим профессиям. По окончании обучения они получают свидетельство. И мы, конечно, наш центр, мы содействуем трудоустройству. И благо, что есть у нас в регионе такие работодатели, есть, которые... А много их вообще? Конечно. Потому что вот по данным, например, на 2017 год в США только 14% людей с расами имели работу, в Великобритании 15%. Да, и опять же, вот сейчас, проблема российских предприятий. Есть квоты. Нужно взять человека с инвалидностью. Вот и берем. А нет квот. Ну, пожалуй, наверное, и брать не будем. Ну вот я говорю, что вообще у нас есть такие... работодатели, наши партнеры, социальные, потенциальные работодатели, которые берут на работу таких обучающихся. И вот я когда готовилась сегодня к эфиру, я думаю, я же назову этих людей, правда? Потому что, ну они ведь вообще молодцы, потому что они берут таких ребят на работу. Это опыт, например, сети магазинов «Пятерочка». Это опыт низкоцен. Это, например, Галышмановская птицефабрика. Вот как раз там, вот сегодня, на сегодняшний день, работает выпускник нашего колледжа, который получил профессию в течение 2 лет, комплектовщик товаров, кухонный рабочий, овощевод. То есть его приняли, и он работает. И еще мы совсем недавно подружились с «Опорой России», как раз... Юрий Александрович сказал, что он сведет нас с малым бизнесом, с предпринимателями. Мы расскажем все про наших детей, мы готовы про них рассказать. И когда мы их презентуем, покажем, я думаю, их как горячие пирожки будут. Ну да, между прочим, многие отмечают, что они могут легко конкурировать, потому что они многие вещи выполняют гораздо эффективнее, чем многие. Вот, о чем я и хочу сказать сейчас, что наша, наверное, задача их минусы превратить в плюсы. И это действительно получается, потому что вот не так далек тот опыт, когда к 8 марта, когда, да, готовят очень много букетов, и наши компании, которые готовят эти букеты, просто загружены, мы просто наших студентов, как говорится, туда направили. Ну, это вы заинтересованы, вы в них влюбились, вам нравится с ними работать. И потом это работодатель сказал, слушайте, когда они закончат, можно я их к себе на работу возьму, потому что они такие молодцы, они такие букеты собирали. Одинаково и красиво. Да, если коротко, надо что-то проводить с государством, какое-то общение, разговоры, чтобы вот работодатели-то они оживали, или это вот надо прям в бизнес идти, говорит, ребят, у нас прямо есть постановление региональное, и обязанность есть, да, у бизнеса, если больше 100 человек, 3% принимать на работу инвалидов, либо брать в аренду рабочие места у инвалидных организаций.
Безусловно, работу проводить надо. И рассказывать нужно про таких детей, людей, да, с аутизмом, про то, что они могут. То есть вы большие молодцы, и сказать здесь больше нечего. То есть надо включать всех предпринимателей в любом случае. То есть где-то эти дети, дети с аутизмом, выросшие уже, я их всегда, они все равно остаются детьми для нас. Вот. То есть они в любом случае где-то будут очень полезны. Например, есть в Израиле целые компании, и они на определенные функции берут только людей с аутизмом. Как раз можно чуть-чуть добавлю. К сожалению, уже не остается совсем времени. Да, мы вынуждены. К сожалению, час пробежал очень быстро, да, пролетел. Но ни в одной стране мира не существует лекарства от аутизма. Однако прежде всего мы должны видеть человека, его уникальность, потребности и только потом его диагноз, а не наоборот. Ведь люди с особенностями развития имеют такие же права, как и все остальные: жить, учиться, любить, играть и, конечно же, работать. Прекрасные дамы, передайте привет своим детям. Скажите им спасибо за то, что они не только вас развивают, но и помогают другим таким же детям и их родителям. Это был вечерний хэштег. Дарья Власова, Дмитрий Чашко. Всего доброго, увидимся.